Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Ну что, седьмой день, забираем сундук. Так, 12 тысяч монет, магнит и колесный ускоритель выпадает нам оттуда. Так, на первую карту бери трактор. Капец, три раза подряд слил. Бывает, ребят, бывает сливать. Я вообще очень часто сливаю. Но ничего, терпение и труд все перетрут, как ты понимаешь, да? Поэтому всем здравствуйте, и мы начинаем игру. Так, ребят, сундучок 92 тысячи. Так, легендарка опять же у нас выпадает на вертушку. Форсаж выпадает нам на буран. И управление в воздухе на ККМ-ку. Да, не очень, конечно, хорошие результаты. Так, откроем с тобой сундучок здесь. 1200. Не буду я смотреть рекламу, ребята. Очень много времени на это тратится. Так, результаты. Главный приз. Молодцы, красавчики. Еще 12 тысяч монет. Тут 3000 монет. И десяточка здесь. Ну, неплохо, неплохо, я скажу вам. Плюс еще здесь 6500. Вау. Ну, надавали, надавали. Отлично. Так. Гонка, гонка, гонка. А мы идем, друзья мои, естественно, на кубки. Так, новая краска. Новая краска. Это у нас для Хилл Климба, да? Ставим следующий сундук на открытие. Ну что, сегодня попробуем, наверное, взять. Да ёк-макарёк. 3000 монет, я думаю, на изи возьмем. Наверное, вот до сюда добраться. Тут непонятно, что, конечно, будет. Но нам это предстоит все увидеть. Магнитная цепь, как ты видишь, у нас на кону. Дай-ка я кое-что гляну. Я могу вообще что-нибудь себе здесь колеса прокачать? Почему-то все говорят, убери усиленное турбо. А, нет, 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 вру, вру. Говорят, ускоритель приземления, Рэй, убери и поставь лучше топливный ускоритель. Я не могу понять, почему именно так вы хотите, чтобы я сделал. Или говорит, поставь колесный ускоритель. Вам не нравится вот этот ускоритель приземления? По мне так, по-моему, вообще идеально идет. Вот для меня, для ХКР-ки. Фу, для ХКР-ки, для ролики. Вообще идет топово. Не знаю, почему вас не устраивает это. Так, ладно, возьмем, наверное. Вот такой вот наряд. Поехали, магнитная цепь. Ну что, надеюсь, у нас, кстати, нам надо было денежку потратить-то. Прокачать. Опа, 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 на. Все поехали куда-то наверх. Один я, что ли, вниз сиганул. Нифига ты. Вот это ты ушлый. Как ты так умудрился сделать, парень? Расскажи секрет. Есть. Как с куста, друзья мои, как с куста. Сделал, даже не поморщился. Ну что, продолжаем наши гонки. Куда ты чуть было не перевернулся, ёк-макарёк. Да что ж ты. Какой-то дрифт. Почему он так быстро едет? Объясните мне, пожалуйста. Я не вижу на нем ничего такого там суперского, чтобы у него было. Но, тем не менее, он едет довольно прилично. А, все, вижу, вижу. У него как раз тот ускоритель, который вы мне советовали взять, да? Вот этот вот колесный, вот здесь вот он. Ну, я не знаю, друзья. Не нравится мне этот колесный ускоритель, поэтому я как бы его и не жалую. Будем честны. Вот, опять 25, друзья мои. Растерял всю скорость, почему? Да потому что мы врезались в какую-то ерунду. И все, как ты видишь, мы потеряли преимущество. Какое нам там, наверное, третье место-то, это в лучшем случае, да? А по итогу... По итогу все равно первые. Удивленный, конечно, удивлен. Но все равно приятно. Кубок шахты. Друзья, кубок шахты. Давайте попробуем его выиграть. Так, 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 так. Ой, ну зачем же ты врезался, Рейчик? Ну, вот тут вот надо аккуратно. Тут можно и разбиться, как говорится, да? Мы это уже неоднократно проходили. Есть. Все-таки ручки помнят.
как нужно играть. Продолжаем. Друзья мои, самое обидное, что я не могу зайти в юрский мир и в дракону всадники Олха. Просто не пускают, и все. Постоянно пишут обрыв связи, и ничего ты с этим не сделаешь. Хотя черепашки ниндзя, это тоже от ихней разработка, да, Лиде. Захожу и все нормально играю. Не знаю. Попросил вас написать в комментариях, у всех так или нет. Что-то тишина, никто мне ничего не ответил. Видимо, никто не играет, кроме меня, в эти игры. Так, ну что, идеальный старт. Зачем этот надо было делать? Ну зачем, ну ёк-макарёк. Ну растерял всю скорость, блин, врезался в этот, в потолок. Ну зашибись. Грустный клоун, ё-моё. Что ты, что мы вытворяем, а, ребят? Мы вытворяем дичь какую-то, но иногда благодаря этой дичи мы просто вылазим из невероятных ситуаций. Просто какое-то испытание нам делают, и, слава богу, у нас все проходит. Все проходит удачно. Я так думаю, вам, наверное, это ХКР-ка уже, да? Ой, почему я называю ХКР-ка? Это ролейка уже вам поперек горла у нас стоит. Вы, наверное, думаете, блин, почему Рай не гоняет на другой машине? Я тебе отвечу, почему. Потому что у меня нет больше нормальных машин. Есть супердизелек, правда, еще, но я на нем, по-моему, большую часть видосов, когда еще ролики у меня не было, я ее прокачивал, ох, я на ней там гонял. Ну, все плюсы и минусы я уже, конечно же, рассказывал. Это и огромные прыжки, и потеря скорости при приземлении, в общем, у ролики, тут и у ролики. У супердизеля есть, конечно, очень много недостатков. Но есть также и много плюсов. О них я тоже в свое время рассказывал. Опа. Ты смотри, видишь, вот, ребят, что не говорите, но вот это вот идеальное приземление, когда ты делаешь, все-таки мини-буст он дает. И этот мини-буст, он просто чувствуется, он ощутим. Так, ну что, у нас пляж. Я лежу на пляжу, загораю, да, называется. И вот это вот я больше всего ненавижу. Когда ты летишь, не знаю, что у тебя там впереди, и приземляешься как мешок с картошкой. Это, конечно, бесяво. А еще было бы бесявее, если бы сейчас бы просто перевернулся бы и разбился. Вот это был бы просто трэш. Идеальный старт. Обожаю, когда мы пролетаем вот эти все. Так, там, я смотрю, мотик еще. Свиное рыло едет. Почему свиное рыло? Потому что, ребята, у него скин свиньи. Поэтому и называем его свиным рылом. Фью. Первая позиция. Отлично, ну что, давай следующую гоночку замутим. Ну куда ты лезешь-то вперед, батьки, а? Усатый ты бородач. Фил его звать, понимаешь ли. Фил, некрофил, ё-моё. Так, ну-ка. Ой. Это меня наказывают. Это меня уже игра начинает наказывать. Все. Все, ребятушки, первое место. Все как полагается. Так, ну что, 3000 монет уже не с горами. Глубоководные погружения. Ну, все прекрасно знают, что я ненавижу воду. Так же, как и диверсии. Диверсии тоже терпеть не могу. Так, окей. Что, во что я там врезался-то? Ёп-макарёв, какой-то кактус. Давай, не надо газовать здесь. Без газовки. Вот, лучше так, потихонечку, но он от меня не отстает. Вот тебе, и вот тебе, ребята, и да, сам виноват. Ну откуда же я знаю? Да что там происходит-то, ёк-макарёк. А, так тут еще и одна гонка. Слушай, по-моему, там кто-то разбился. Тебе так не показалось? Чувак, который ехал впереди, он разбился, и в итоге первым стал я. Нет, мы еще пока не получили с тобой монетки. Так, управление в воздухе, ускоритель дым и колесный ускоритель. Темные дороги. Так, надо нам потратить, наверное, монетки.
Так, что тут такое? Да-да-да. Кто-то психует, удаляет игру. Не, ребят, не надо психовать. Чего вы психуете сразу? Я тоже много раз сливался, особенно когда только начинал играть. Вообще психовал жутко. Ничего не получалось. Зато сейчас на изи просто. Просто на изи. Так, что я хотел? Что-то отвлекся я. Хотел задание посмотреть. Так, сделай 6 поворотов. А, тут только за рекламу. 6 поворотов на раллийном авто. Ну что, друзья, темные дороги у нас. Будем сейчас брать темные дороги. Ого, там кто? На форсаже кто-то? Ну да, друзья мои. Кто-то там шпарит на форсажике. Ну видишь, форсажик ему не помог. А не помог, знаешь почему? Потому что он впендрючился там в легендарную стену. Ну ты видел, да? Вертикальная стена, и он на ней ехал на форсаже. Он врезался просто в нее. Что-то типа вот такого и было в тот раз. Но как... Горючий не взял? Не взял. Блин, ну тут, видимо, трасса короткая, поэтому ему хватит горючего. Для того, чтобы... Нет, смотри-ка. Мы его все равно обогнали. Но все равно форсаж дает офигенное ускорение. Офигенное ускорение. Тут не поспоришь, ребят. Фига. Чу. Чувак просто камикадзе. Эй, потише, ребятули. Вот это я впендрючился, друзья. Да, но все равно первое место. Как бы они ни старались, кишечки у них слабы тягаться со мной. Ну что, кубок ледника. Две гонки, то есть, я так понимаю, здесь они будут довольно длинные. Длиннее, чем обычные, поэтому их всего лишь две. Так, опять этот ветер, который мне тогда столько раз сделал этих пакостей. Воу, 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 воу. Посмотри, что я делаю. Друзья, вы видели когда-нибудь такое, чтобы я просто взял и глыбу льда просто вытащил? Смотри, что происходит. Ё-моё. Какой лофуил. Вот финиш уже лофуил он мне показывает. Замечательно. Ну что, нам нужно еще одну гоночку, как ни крути, выиграть. Ну, по крайней мере, проехать точно нам ее придется. Понял. А где там чувачок-то? Он уже ушуршал куда-то, не пойму. Во-во-во, куда-то меня там подкинуло. Мне горючее надо. Все, финиш. Че, я еще и первым приехал? Серьезно? Там же кто-то впереди меня ехал. Видимо, не доехал. Так, ну что, а теперь у нас кубок пустыни. Поехали. Не нравится мне вот эта вот штука, которая впереди меня. А, на нитре. Не на форсаже, ребята, а на нитре едет. Ты смотри, еще меня обогнал. Как он умудрился, не знаю. На форсаже, что ли? Хотя там не было вроде этого горючего нигде, он не мог его взять. Ладно, посмотрим. Макарек, вот это да, друзья. Вот это сейчас была подстава. Тут по-другому не назовешь. Уперся в какой-то плешивый кактус. Не мог проехать из-за него. Я в шоке. Вот я сейчас честно скажу, я просто в шоке. Врезаться в кактус и не проехать из-за него. Ну это бред. Полной категории. Из-за кактуса свалиться. Да как он там летает-то, не понимаю я, а?
Мне, блин, приходится ехать, он просто летает, прилетает. Посмотри. Что он там делает? Иди ты, знаешь куда. Ну, нитро у него есть, да ну нафиг. Не может, ребята, чтобы он за нитро так летал. О, приступайте к развлечениям. Вот именно диверсии начались у нас тут. Твою ж налево. Вот ненавижу, когда мы все в кучу едем, не поймешь, где кто там чего. Да как ты-то сюда еще примчался, а? Все, я взял первый. Едет он там. И не разваливается, главное. У меня, когда я ехал, у меня разваливался этот лихач этот несчастный. А у них не шиша, а? Давай, приземляйся нормально. Давай, давай, не дуркуй. Ты видишь спорткар там? Вот так и хочет нас обогнать, ребят. Вот это была, наверное, моя большущая ошибка, ребят. Хотя нет. Может быть, даже на к лучшему, что я не наехал на трамплин. Потому что, ну, ты сам видел, я взял первое место. Вот она ошибка роковая. По-моему, я неплохо сейчас, да, сделал. Лучше, чем могло бы быть. И это мне дает первое место. Круто. Это было круто. Так, ребят, совсем немножко нам остается кубок путешествий. Совсем немножко, и мы с тобой возьмем... Не знаю, там какие-то детальки. Опять. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот, все. Все, ребят. Потеря в скорости. Да как ты. Как они-то проезжают? Не пойму. Вот, хоть ты что делай? Что у него там? Что у него на машине стоит? Это уже не имеет значения, что у него там на машине стоит. Мы уже просто сфейлились. Идиотская трасса, на самом деле. Ничего у меня не получилось. Вам не кажется, что слишком много раллийных авто появилось в игре? Почему-то, когда мы раньше ездили, я столько не замечал. Магоната какая-то на первом месте. А у него, смотри, у него стоит ускоритель, ребят, для колес. Почему его машину вот закидывает? Я же вижу, что ее закидывает. Так, это что такое? Все, финиш. Не знаю, либо может попробовать взять этот ускоритель для колес. Пару гонок погонять, что из этого получится. Чувак-то там гонит, нифига. Вот этот хлыщ. Давай я попробую снять. Снять и надеть ускоритель колесный вместо вот этого. Так ты хотел, да? Давай проверим, что у нас из этого получится. Так, у нас что там? Песок какой-то. Просто все посносил там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо, тут проехали. Ну, здесь я даже не почувствовал, на самом деле. Больше всего чувствуется это, когда ты едешь по прямой. Когда ты едешь по этим ухабам вверх-вниз, ты не чувствуешь этого ускорителя для колес. Будем честны. Но дает такой неопределенный буст, как бы ускорение. Я тут не могу ничего сказать против, ребят.
А вот это вот была ошибка моя. Но, тем не менее, взяли все-таки первое место. Баги там прилетело. Что-то такое ощущение, что я начинаю простывать, ребят. Что-то горло болит, нос заложило. Тут вот мне не хватало. Давай, вытягивай. Как они там все стараются, а? Идеально прям проехать, но... Ну, как ты понимаешь. Один тут... Один баги какой-то умудрился все-таки, ребят, заехать. Как этот еще влетает, еще прыжки там делать умудряется? Я не понимаю этого. Так, трасса Била. Вот на трассе Била как раз, наверное, у нас и получится проверить в полной красе ускоритель для колес. Хотя там с форсажем чувак едет. Я офигею. Да чтоб у тебя горючка там скончилась, ё-моё. А я же забыл, что у меня нет здесь. Мне идеально приземляться можно не обязательно, да? Потому что нету этого супер ускорения-то нету при идеальном приземлении. Так что тут можно приземляться как хочешь, как твоей душе угодно. Ё-просте. У меня теперь облегченный вариант, ребят, машины. Ну, что я тебе могу сказать? Наверное, все-таки колесный ускоритель будет покруче, чем его форсаж. Я думаю, вы, наверное, заметили, да? А если мы еще с тобой прокачаем колесный ускоритель, он у меня не прокачан, не забывай, что можно еще там уровень поднять. Сейчас он на третьем уровне, а там можно четвертый ему левел. То, я думаю, будет еще лучше гнать. Тачка будет. Он, конечно, он сейчас напрямую здесь, ребята, он берет горючку с горючкой. Поэтому он может себе позволить форсаж здесь принимать. И то, как ты видел, у него форсаж уже в конце закончился. Так. Восхитительные диверсии. Это опять у нас этот аттракцион. Фига. А, так он на ускорителе, понял. Тут еще и лихач. Да куда ты так подпрыгиваешь-то, ёк-макарёк? Сфига ли ты так прыгаешь-то, блин? Объясни мне. Допрыгался, блин. Чё он распрыгнулся-то как саньгак? Я не понимаю. Просто как будто он каких-то на пружинках был. Все, мы уже крышу потеряли. Чё, все прыгнули кроме меня, что ли, я так понимаю, да? Сейчас бы опять врезался бы. Сейчас опять бы разбился бы. Ну, хоть здесь первое место заняли. Но это, ребят, ровным счетом ничего не меняет. Фига у него какая... Ой, этот... Лихач-то почти разбился, ребят. Он приехал уже. Половина запчастей на машине не было. А, так у него мало того, что ускорение, ребят, так у него еще и этот стоит. Рессор, ё-моё, вот что у него стоит. Нифига ты, ККМ-ка. Блин, я не хотел сюда заезжать. Нет, ну ё-моё, ну третье место, ну... Вообще, ребят, откатываемся назад. Но здесь бы в любом случае идеальное приземление бы не помогло. Ок. Это немец, блин. Вот что вот он, ребят, он как задал темп себе на ускорении, начальном ускорении, он так и едет. И фиг ты его догонишь. То есть изначально он просто отрывается на ускоряшке и все. Давай посмотрим, что у нас дальше получится. Что-то он носом клюнул куда-то.
Он носом клюнул, а мы здесь взяли первое место. Отлично. Так, пробуем далее. Не пойму, ну сейчас у него вроде как не или получилось, не поймешь. Ну темп он уже занял, я смотрю, темп у него есть. Он под водой быстрее едет. И перевернулся парень. Но не разбился. Не разбился, он там, по-моему, встал, выровнялся, да, и приехал. Но, к сожалению, там последний. Что у нас тут за детали? Это на ККМ-ку. Ускоритель. Так, ну что тут у нас? Штаны, штаны эти у нас есть, друзья мои. Такие штанишки у нас есть. Ну что, ребят, за штанами пойдем, да? Ну, пойдем за штанами. Говорили. Фига там колесики. Да чтоб тебе, ну что это, ну... Я все по привычке хочу этот... Как тебе объяснить-то? Идеально приземлиться, чтобы набрать скорость все время. И забываю, что у меня нету этого ускорителя. Ускоритель идеального приземления. Никакого идеального старта не получилось. Как вообще тут на спортивной машине можно что-то делать, ребят? Че он там врезался? Непонятно, главное, во что. И все, и мы на финише. Отлично. Не, что-то там со спортивной тачкой случилось. Я так и не понял, что она ехала, ехала. И просто ни с того ни с сего на ровном месте бежит. Так. Окей. Ну вот это, конечно, вот хуже не придумаешь, ребят. Хуже не придумаешь, когда ты набираешь скорость. И впереди либо резкий спуск, либо резкий подъем. Ты просто теряешь, ну, 80% своего ускорения. 80%, да, ребят? Что, грязные ралли? Давай посмотрим, насколько это ралли грязные. Блин, мотоциклист, спорткар, нифига там, ребят. Против нас выставили, блин. Слушай, мотоцикл вообще просто перескакивает все эти кочки. Ты посмотри, посмотри, как он гоняет. Ему по барабану на все. Понимаешь? Он просто такое ощущение, что едет, идеально все обходит. Вот эти вот. Если мы с тобой как эти, как мешок с навозом падаем в каждую кочку, то он нет. Он как умудряется вот так вот проскочить. Смотри, 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 тягач там несется. Вобла. Меня даже спорткар обогнал, ребят, посмотри. Там буквально миллисекунды решили. Мы ехали с ним нос в нос. То есть заметь, что уже гонки вообще очень-очень, ребята, как бы вам это сказать, очень серьезно идут. Очень серьезно идут, что уже, ну, вообще просто не захалявничать никак. Просто, знаешь, нет такого, что на изи, не на изи. Каждая гонка просто определенная борьба. Не, в этом, конечно, есть свой большой плюс. Оно от этого интереснее. Ну, азарт офигенный просто. Прикинь, я на заднем колесе, да? Как этот, как сайгак. Мне пришлось здесь просто, ребята, сбросить скорость, иначе я перевернулся. А как ты понимаешь, скорость сбрасываешь, ну и, соответственно, теряешь. Блин. Как я... О, тягач, тягач, тихо. Папа едет, ё-моё. Тягач там хотел меня обогнать, но ничего у него не вышло. Кубок езды по ухабам. Вот, вот сейчас вот здесь мы с тобой всплакнем, потому что по ухабам это, ребят, не мой конек. На ролике тут, наверное, вот ватрушка. Ну, мотоцикл, да, еще может здесь нормально, ребята, выпендриваться. Ну, первую гонку мы взяли практически в горизонтальном положении. Точнее, в вертикальном. Вертикальном, конечно, какой горизонтальный, это мы сейчас едем в горизонтальном положении. Мотоцикл начинает самый последний, но почему-то он самый первый вырывается, кто вот
И все. Сейчас мы посмотрим, как он будет здесь вот себя проявлять. Со своими прыжками и тому подобное. Ну, видишь, все, вот, ребят. Вот вам и весь суперкласс. Ролейка она, и что в горных местностях, что на прямой, она показывает идеальный результат. А мотоцикл уже все, сдулся. Вот, опять мотоциклист, ребят, нашпаривает. Ну, напрямую-то, конечно, у него тут, наверное, преимущество передо мной будет. Это, наверное, однозначно. Опять же, все идеальное приземление еще, ребят. Так, вниз поехали. Офигеть, ускорение сработало, да? Что, тут одна гонка, что ли? Слишком долгая трасса. Наверное, да, одна гонка здесь. У вас нет такого ощущения, что как будто игра немножко подфризивает, как бы... Ну, как бы чуть-чуть слайд-шоу идет, нет? Может быть, мне так кажется уже. В общем, опять же, первое место. Ну что, тут немножко осталось. И чулки получим. Длинная дорога вниз. Миля Шахтера. Кай. Кай, ребята. Хорошо, начал Кай. Чтоб тебе икалось, а, Кай. А надо было мне так точно? Лопушка не подогнал? Тьфу ты нафиг, твою ж... Все, ребят. Обогнал меня Кай. Именно вот из-за того, что я врезался там. К сожалению. И тут одна гонка всего лишь, я так понимаю, да? Ладно, второе место будет за нами. А что, он разбился, что ли? Кай, ну извиняй тогда уж. Я не виноват, что у тебя не получилось. А вот, ребят, мы и приехали первыми. Замечательно. Фарт есть фарт. Ну что, берем с тобой? Нет, еще не берем. Миля в пустыне. Далеко-далеко. На снегоходе я вообще тысячу лет не видел. Ох, ё! Вот это да, ребят. Вот это сейчас была проверочка, так проверочка. Въехать просто на горизонтальную стену. Вертикальную, точнее. Что у меня все горизонт этот стоит. Они, конечно, там круто придумали. Короче, ускоритель для колес, он что делает нам, ребят? Офигенное ускорение. То есть мы с места с вами рвем. Ой-ой-ой. Да что ж такое-то? Мы с вами как только начинаем бустить. У меня сейчас... Не, горючка нормально все. Вот куда вот я еду, не пойму. Давай-давай-давай, вытягивай. Это было жестко. Это было жестко. Но, тем не менее, мы взяли с тобой первое место. Да, это класс, действительно. Это действительно, друзья, класс. Ну что, гражданская Бакс Банни. О! Четыре этапа, мистический кубок, ребята. Ёк-макарёк, Мэки. Ну что, попробуем? Твою налево, еще и уровень-то, который я ненавижу. Смотри, 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 что происходит. А у нее еще и нитро там припасено, прикинь. Она сейчас возьмет нитро и газанет. Тут лучше аккуратненько. Есть, первая гонка за нами. Ребят, 4 этапа. Нам нужно как минимум выиграть 3 этапа. Если мы хотим идеально, чтобы была победа за нами. А это, наверное, будет очень тяжело сделать.
Ладно, не будем пока каркать ничего. Есть, вроде бы. Давай. Есть. Твою ж налево, чуть было не погнал. Посмотрите, там у него ускоритель для колес, нитро. И плюс это, офигеть, он там, конечно, обвесик себе сделал на машину. У меня еще и старт не идеальный был, ё-моё. Ладно, ребят, не будем пока паниковать. Ищи черепаху эту, да-да. А он как раз, по-моему, в нее влепился, в эту черепаху. Я просто ее помню, она очень сильно нам вредила. Ну что, ребят, я вам скажу. Мы победим в любом случае, три гонки. Даже если он одну выиграет гонку каким-то чудом, то у нас все равно, ребята, побед больше. Не газуем. И он тоже, кстати, не газует. Он тоже сбрасывает. По-моему, он там впендрюкался, мне кажется. Ай, красота, ребята. Ай, красота. Я прям сам с собой доволен. Как мы сегодня хорошо погоняли, а? И Мэкки-то эту сделали. Все вообще четко. Так. Это у нас тоже есть новый костюм водителя. Жалко, сундук нам, конечно, не достанется. Очень жаль. Так. Ну и там дальше, да? Так, я хотел, знаешь, что сделать? Я хотел дальше прокачать баги. Тем более тут осталось совсем чуть-чуть. Да подожди, ты что-то делаешь? Хватит ли у меня денег? По-моему, не хватит, ребят. Ну, за сегодня точно не хватит прокачать. Тут осталось всего лишь два уровня. Отлично. Ну что, ребятушки, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!